Видеорегистратор с двумя камерами, Dunobil Oculus Duo OBD. Рассмотрим сам регистратор и комплектацию. Поставляется в такой вот упаковке. Рассмотрим, что внутри. Сам видеорегистратор. Его рассмотрим чуть позже, перейдем к комплектации. В комплект у нас входит адаптер питания 12-вольтовый, подключается от бортовой сети автомобиля. Адаптер питания в прикуриватель. Длина провода 3 метра. Кронштейн-присоска к лобовому стеклу. Поворотный на 360 градусов. Инструкция на русском языке. Фирменный гарантийный талон. Рассмотрим сам видеорегистратор. Салонная камера. Сверху у нас расположен посадочное место под кронштейн, USB для подачи питания, слот под карту памяти. Кнопочка меню, просмотр записанных видеороликов, окей, вверх-вниз. Видеорегистратор на русском языке. В меню у нас есть возможность настроить устройство под себя, выбрать разрешение. И системные настройки, это форматировать карту памяти, языки, отключение дисплея, громкость, G-сенсор, дата-время, сброс, обновление, версия программного обеспечения. На видеорегистратор дается год гарантии, приобрести можно будет в сети магазинов «Автогир».